Доброе утро. Сегодня я расскажу, как хранить наушники, чтобы не запутывался провод. Вначале мы делаем козу и обматываем провод вокруг мизинца и указательного пальца восьмеркой. Вот так. Затем пропускаем провод по центру. И джек просовываем в петельку мизинца. Снимаем провод с руки. И вот в таком виде их можно хранить, не боясь, что что-нибудь запутается. Ну а если нужно распутать, пропускаем джек обратно и одним движением провод распутан. Проще простого.